Вы смотрите информационную программу «День» на телеканале «Первый Мытищинский». В студии Екатерина Шарыпова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. 100% готовность. В ЖК «Императорские Мытищи» 1 сентября откроется новая школа и детский сад. Там великолепные просто игральные комнаты, в которые бы мне хотелось самой поиграть. Чужих детей не бывает. В Мытищах оказывают помощь приемным родителям. Семьи не могут самостоятельно справиться с какими-то трудностями, и для этого как раз существует наша служба. Жить стало светлее. В деревне Грибки в рамках проекта «Умная коммуникация» появилось уличное освещение. Мы почти на окраине, на Дмитровском шоссе, но тем не менее наша сельская территория развивается и развивается положительно. Тренировка с чемпионом мира по грэпплингу Джеффом Монсоном прошла в центре единоборств. Начнем выпуск. В жилищном комплексе «Императорские Мытищи» 1 сентября откроется новая школа и детский сад. Они были построены в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Строительство объектов социальной инфраструктуры практически за год. Школа рассчитана на 1100 мест, а в сад могут пойти 320 дошколят. Рабочая комиссия администрации округа вместе с жителями первыми оценили новые объекты. За строительством новой школы и детского сада на протяжении года наблюдали жители ЖК «Императорские Мытищи». Они видели, как закладывали фундамент, возводили здания, устанавливали окна и двери, а также как облагораживали территорию. И вот на их глазах появился новый, красивый, современный образовательный комплекс, который уже 1 сентября откроет свои двери. В преддверии этого события родители пригласили на обзорную экскурсию, чтобы показать, какие условия созданы для детей. Знакомство началось со школы. Мамам и папам показали учебные кабинеты с новой мебелью и уникальную библиотеку с читальным залом, IT-зоной и планетарием. Уже провели два родительских собрания для детей-первоклассников, для начальной школы. Рассказали все родителям, немножечко краешком глаза показали, что пока можно показать, уже готовы, но пока родители довольны. В спортивном зале созданы все условия для занятий физкультурой. Их в школе два – для учеников начальных классов и старшеклассников. В просторной столовой на стенах изображены космонавты. И это неспроста. Школа будет носить имя дважды Героя Советского Союза, космонавта, почетного гражданина нашего округа Валерия Рюмина. И мы отправляемся в космический полет. Взяли космические ложки. Окна школы выходят на игровую площадку, на которой установлены спортивные комплексы. Здесь будут проводить соревнования и праздничные мероприятия. Я мать школьника, который пойдет в 4-й класс. Мы очень ждали эту школу, и, если честно, я сама хочу сюда пойти. Космическую тематику продолжили и в детском саду. Его назвали «Космик». Для малышей здесь оборудованы группы с игровыми зонами и спальнями, просторная столовая, залы для занятий музыкой и физкультурой. Очень красиво. Ну еще шторы, еще ковер, там все. Еще работы много, мы понимаем. Мебель очень качественная, я потрогала. На территории садика расположены красочные веранды для прогулок на свежем воздухе с различными игровыми комплексами, которые уже совсем скоро опробуют юные жители микрорайона. У меня в сад идет дочка младшая, ей 2,6. Здание мне понравилось. Там великолепные просто игральные комнаты, в которые бы мне хотелось самой поиграть. Классная кухня, просто каждая... помещения разных цветов. То есть я осталась в таком восторге. Юлия Купецкая отметила, что несмотря на плотный график строительства, свои обещания администрация округа и подрядчик выполнили в полном объеме. Оба объекта готовы к открытию. А это значит, что уже 1 сентября ребята приступят к обучению в новых учреждениях. Екатерина Шарыпова, Первый Мытищинский. Мытищинские семьи, принявшие на воспитание ребенка, всегда могут рассчитывать на помощь службы сопровождения. Ее поддержку получают 27 замещающих семей, в которых растет 35 детей. Специалисты службы сопровождения рассказали, каких правил следует придерживаться приемным родителям. Поддержать приемных родителей на всех этапах воспитания ребенка всегда готовы специалисты службы сопровождения замещающих семей. Их поддержка территориально доступна и бесплатна. Главная задача – это адаптация ребенка в семье.
Родители испытывают сложности, когда берут ребенка, принимают семью. Сильная сложность – это подростковый период. Больше, конечно, семей обращаются в этот период. Семьи не могут самостоятельно справиться с какими-то трудностями. И для этого как раз существует наша служба. Специалисты службы строят свою работу таким образом, чтобы налаживание отношений между приемными родителями и детьми происходили не только на коррекционных занятиях, но и при совместной деятельности. Так, например, Софье недавно исполнилось 17. И она честно признается, что не находит взаимопонимания со своей бабушкой. Живу я со своей бабушкой с самого рождения. Вот, выросла, не слушаясь ее, и поэтому попала вот в такое заведение. Есть недопонимание между старшим поколением и то поколение, которое сейчас растет. Конфликт поколений помогает решить психологическая игра «Лепешка». Педагог объясняет, что здесь нет стандартных фишек. Участники сами лепят их из пластилина, создавая своего представителя на поле и неся за него ответственность. Тем самым они дают понять, как они относятся к себе, к другим, какие у них желания и намерения. Вы Гагара, а вы павлин, да? Прекрасно. А сейчас мы начинаем двигаться по этому игровому полю. По ходу игры между участниками возникают самые разные отношения. Иногда чью-то фигурку можно даже смять, превратить в лепешку. Распознавать свои чувства игрокам помогает опытный психолог. В данный момент времени я работаю с 21 действующей замещающей семьей. Использую такие методы, как системно-семейная психотерапия. Также в нашей школе очень много участников, мы не ищем кандидатов, они приходят к нам сами. У нас достаточно большой лист ожидания. В этом году специалисты обучили 4 группы. Это значит, что квалифицированную помощь получили более 50 человек. Среди них и Стелла Воронина. Приняли решение, что мы можем быть такими родителями замещающими, на время брать, например, ребенка. Ну, опять-таки, на это же время все равно же ребенку нужна любовь, внимание, забота. Ну, вот, соответственно, я считаю, что родительский потенциал еще присутствует, и мы можем быть, ну, полезны таким детям. Служба сопровождения замещающих семей занимается подготовкой мытищенцев к приему в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь можно пройти психологическое тестирование на предмет готовности стать приемными родителями. А если в семье уже есть приемные дети, есть проблемы в период адаптации ребенка в новой семье, специалисты центра окажут профессиональную помощь. Татьяна Горностаева, Александр Соломкин, Первый Мытищинский. Далее об экологии. Продолжается очистка реки Яуза. В настоящий момент проводятся работы вдоль береговой зоны, расположенной в пределах парка мира, протяженностью около 500 метров. Объем речного мусора и растительности достаточно велик, так как последний раз такие масштабные работы по очистке этого участка водоема проходили более 10 лет назад. Комиссия по земельно-имущественным отношениям и экологии Совета депутатов провела выездное заседание. Продолжит Сергей Берзин. Эта амфибийная установка называется «Боцман», хотя внешне она похожа на сенокосилку. Но прибрежную растительность она не скашивает, а вырывает с корнем вместе с донным активным илом, в котором происходят болезненные для реки процессы. По сути, именно в нем разрастается речной сорняк. За 2 дня работы боцмана у пешеходного мостика скопились тонны зеленой массы. Наглядная картина для членов комиссии Совета депутатов. Приведение реки в нормативное состояние как раз и подразумевает уборку от мусора и растительности, которая активно разрослась в русле реки и мешает течению. Река, естественно, она зарастает. Зарастает и осокой, и камышом, водорослями, другой водной растительностью. Ну, а здесь нам нужно убрать всю растительность. И дальше мы пойдем уже ниже по течению. Вот это мы все будем иметь, конечно, потом, да, почищенное. Да, все вот это все будет вычищено из реки. Там, где нет доступа техники, выборка зеленой массы ведется вручную. Ее надо поднять на крутой берег. Здесь она складируется. И встает вопрос, как ею распорядиться. Увы, даже на удобрение этот сорняк не годится. И еще одна проблема – охрана берегов. Более 10 лет назад берега были укреплены габионами – металлическими сетками, наполненными камнем. Но и через них пробиваются ростки осоки и деревьев.
Их тоже необходимо убирать, и тоже вручную. Так что за берегами реки нужен постоянный уход и охрана от нежелательных сбросов по ним. Яуза – река мелководная, и сильное ее зарастание приводит к заболачиванию и появлению неприятного запаха. Такие санитарные чистки должны быть регулярными, как все последние годы. Работы ведутся активно, работы ведутся довольно-таки быстро. То есть буквально через неделю-две нам обещают закончить этот объект и передвинуться дальше по течению реки. Вот эти места, они у нас пользуются огромным спросом. Жители все время сюда приходят, отдыхают, поэтому хотелось бы, чтобы они содержались в чистоте и в порядке, и в красоте. Здесь же в этот день отбирают пробу воды. Это плановая процедура. Каждый квартал несколько литров воды подвергаются тщательному анализу. Внешне вода выглядит чистой и прозрачной. В реке водится много рыбы. На этих фотографиях видны большие щуки. Водятся и караси, и окуни. И все-таки это городская река со всеми ее рисками. Самое главное, конечно, вот в урбанизированных городах, да, такие как Мытищи, да, крупнонаселенных, это, конечно, все-таки загрязнение водных объектов нефтепродуктами. В принципе, по результатам исследований можно сделать вывод, то, что вода у нас в реке чистая. Чистая вода, чистые берега, чистая река, чистый город. В этой логической цепи нет случайных звеньев. Все взаимосвязано. Сергей Берзин, Денис Корнев, Александр Соломкин, Первый Мытищинский. О происшествиях. В дежурную часть МУ МВД России Мытищинская поступило заявление от 42-летней местной жительницы. Она рассказала, что у нее произошел словесный конфликт с водителем такси. В результате перевозчик снял с ее руки часы стоимостью 25 тысяч рублей и уехал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в дежурную часть межмуниципального управления МВД России Мытищинская 30-летний житель Москвы. В отношении подозреваемого, дознавателем отдела дознания межмуниципального управления МВД России Мытищинская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Далее поделимся историей о том, как ребенок-инвалид из Мытищ смог получить лечебное питание. После обращения родителей в Мытищинскую городскую прокуратуру было обнаружено, что их несовершеннолетнему сыну не выдали назначенный специализированный продукт лечебного питания. При этом в больнице им должны были обеспечить бесплатно. Чем закончилась эта история, расскажет Татьяна Горностаева. Галина Макринская – многодетная мама. Они с мужем воспитывают четверых детей. Младшему Вове недавно исполнилось 6 лет. У него есть особенности развития. И ежедневно он нуждается в специализированном лечебном питании. Вот это вот питание, которое мы получаем сейчас, оно очень важно для ребенка. Оно состоит из разложенных аминокислот, что позволяет легко всасывать и легко усваивать. Дети, у которых есть хоть какие-то проблемы, для них пищеварение – это тоже отдельное мероприятие. И, к сожалению, вот для Вовика, например, оно стало настоящим подспорьем, а без этого питания он очень плохо развивался. Когда же случился еще и ковид, это питание стало его спасением. По словам Галины, даже обычная грудничковая смесь вызывала непредсказуемую реакцию организма. Грамотный специалист помогает наладить систему пищеварения. Так, например, за полгода удалось ввести всего один продукт – это творожок. Пока же основной пищей является специализированное лечебное питание, которое семья не могла получить в поликлинике. Это стало поводом для обращения в прокуратуру городского округа, так как защита прав детей является одной из важнейших задач. В результате прокурорской проверки было установлено, что мальчик, согласно рекомендации врачей, нуждается в постоянном приеме специализированного лечебного питания. По результатам проведенной городской прокуратурой проверки, ребенок обеспечен специализированным лечебным питанием, и данный вопрос был поставлен мытищинским городским прокурором на личный контроль. На протяжении осуществления надзора за обеспечением ребенка питанием
В настоящее время у нас ребенок обеспечен до окончания 2023 года. Данный продукт он имеет право получать за счет средств бюджета в рамках государственной социальной помощи. Мама Вовы отмечает, что одна банка такого питания стоит около 3000 рублей, а хватает ее на полтора дня. А самое главное, что самочувствие мальчика заметно улучшилось, и родители отмечают значительный прогресс в развитии. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первый Мытищинский. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Считаются артиллеристами, они работают в непосредственной близости от противника. Это противотанковое подразделение бригады Кальмиуса. Для них сегодня привезли жизненно важные вещи. Вообще артиллеристы собирают... Ваш кофе, пожалуйста. Какие-то средства, приятно. Здрасте. Мы узнали, что у вас есть эти самые нужды, что вы нуждаетесь в коптерах, касках, там, биноклях и так далее. Поэтому вот собрали и привезли. Спасибо. Спасибо. Нет, сегодня без кофе. Акция «Все для победы». Мы помогали квадрокоптерам, из них уже сложно представить первые действия. Полки, какашки, все, что необходимо в позициях. На полках, на полках. Мы благодарны мытищинцам, кто заботится о нас, кто поддерживает нас морально и оказывает нам гуманитарную помощь. Большое всем спасибо. Россия вперед! Хотим передать, выразить огромную благодарность жителям города Мытищи в том, что не остались в стороне, не остались безучастными, и мы будем стоять до конца, до победного, вместе с вами, с вашей помощью. В деревне Грибки прошла встреча представителей администрации с жителями в рамках проекта «Умная коммуникация», который реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. На собрание пришли неравнодушные мытищинцы, которые отстаивают интересы жителей деревни и участвуют в воплощении новых идей и предложений. Подробности далее. Это складская улица в деревне Грибки. Ранее жители частного сектора обратились в окружную администрацию с просьбой сделать освещение на нескольких улицах, в
том числе и на этой. Мы просили очень осветить, чтобы нам сделали свет на Складской улице. Администрация пообещала в кратчайшие сроки, и все было выполнено очень хорошо, четко. То есть освещены две улицы, которые были темными изначально, можно сказать, уже лет 20. Итог такой работы стал возможен благодаря проекту «Умная коммуникация», который реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Специалисты профильных ведомств проводят встречи с жителями, где они озвучивают свои предложения и пожелания по благоустройству. Все фиксируется в инвестиционный паспорт. Совместно с жителями контролируют выполнение работ лидеры общественного мнения. Команда губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева определила для себя идеологию лидерства и эффективно внедряет в жизнь достижение максимальных результатов. Благодаря этому выстроен конструктивный диалог с населением. Активное участие неравнодушных жителей позволяет нам добиться важных перемен к лучшему. Принцип «житель всегда прав» успешно реализуется на территории городского округа Мытищи. Особое внимание диалогу и умным коммуникациям. Сегодня жители высказали свои пожелания по улучшению жилищных условий. В частности, попросили установить контейнерную площадку на улице Загородная и поблагодарили сотрудников администрации за оперативное решение возникающих вопросов. Очень тесно у нас взаимодействие. Спасибо за то, что они уделяют внимание нашей отдаленной территории, потому что мы достаточно далеко отделены мы от города Мытищи самого. Мы почти на окраине, на Дмитровском шоссе, но тем не менее наша сельская территория развивается и развивается положительно. Вопрос по установке дополнительной контейнерной площадки был внесен в инвестиционный паспорт с указанием срока исполнения работ. Екатерина Шарыпова, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. К новостям спорта. Завершилась летняя спартакиада детских дворовых команд Центра физической культуры и спорта Мытищи. Соревнования по 10 видам спорта проходили в течение всего лета. За это время в них приняли участие 175 подростков. В течение всего лета вы занимались спортом, укрепляли свой дух, становились сильнее, меньше проводили времени, так скажу, за гаджетами. Наверное, больше времени занимались спортом и, конечно же, отстаивали честь нашего городского округа. Я вам всем хочу пожелать заниматься спортом, двигаться всегда вперед, ставить перед собой самые высокие цели и, конечно же, их достигать. Удачи вам, успехов, вот эти оставшиеся каникулы провести с пользой. По итогам летней спартакиады в общекомандном зачете первое место заняла команда «Реальные кабаны» под руководством инструктора Александра Сорокина. На втором месте команда «Бостон», которую тренирует Андрей Лапутин. На третьем месте команда «Олимпик». К заслуженной победе ребятам помог прийти инструктор Евгений Стогов. И еще о спорте. Чемпион мира по грэпплингу Джефф Монсон провел открытую тренировку в Мытищинском центре единоборств. Именитый американский боец в 2018 году принял российское гражданство и активно занимается подготовкой спортсменов как в классических, так и в смешанных видах единоборств. На мастер-класс пришло более сотни начинающих борцов и уже состоявшихся мастеров. У нас в городском округе Джефф Монсон не впервые. Свои приемы он показывал еще 5 лет назад молодым спортсменам в центре единоборств «Пироговский». И те уроки не прошли даром. С тех пор ученики мытищинского филиала Академии реплинга выиграли несколько международных и всероссийских турниров. А Джефф Монсон провел десятки встреч с детьми, в том числе с ограниченными возможностями, и считает это своей миссией. Мы периодически приезжаем в детские хосписы, приезжаем вот на такие открытые тренировки, собираем детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, популяризируем. Джефф Монсон сам по себе уникален, он детский психолог. Он верит в то, что такие встречи, они мотивируют детей заниматься спортом. Более того, он считает, что именно агрессивная политика Запада разрывает нормальные спортивные связи с другими странами. И это его политическая позиция. In international competitions, sports very, very important, and our young people need something to look forward to. So, with all these problems going on, they need something to have for themselves. So, this is the best time, an important time to have masterclasses to. Конечно, получить напутствие от такого авторитета, наставление мастера лично тебе, открывающего секреты своего искусства, ничем не заменить. И эти уроки запомнятся на всю жизнь. Сергей Берзин, Первый Мытищинский.
На стадионе «Торпедо» прошел четвертый этап легкоатлетического забега «Тысяча в Мытищах». В соревнованиях приняли участие около 100 горожан самого разного возраста – новички, энтузиасты бега и приверженцы здорового образа жизни. Дистанция в 1000 метров не входит в олимпийские беговые дисциплины, но допустима для отдельных легкоатлетических соревнований. Формат соревнований 1000 метров, он такой необычный, потому что, как правило, таких соревнований проводится мало, и мы попробовали занять эту нишу. Опыт проведения соревнований показывает, что она пользуется успехом. Для поддержания хорошей формы, считают специалисты, дистанцию в 1000 метров надо пробегать каждый день. Вот и мытищинцы решили следовать этой рекомендации. Многие пришли поучаствовать с семьями, поэтому четвертый этап определял лучших среди мужчин, женщин и детей разных возрастов. Здесь у нас соревнуются и дети, и взрослые. Очень много и родителей, и детей, которые бегут эту прекрасную классическую дистанцию 1 километр, 1000 метров. И задача их с каждым этапом улучшать свои результаты и добиваться все более новых побед. Поэтому мы им желаем только легких ног. Большой финальный забег «Тысяча в Мытищах» состоится уже в сентябре. Это будет 5-й этап этих соревнований. В завершении выпуска расскажем, как интересно и с пользой провести выходные в Мытищах, о предстоящих мероприятиях. 26 августа в 11:00 в Парке мира состоится фестиваль «Чаепитие в Мытищах». Он посвящен 400-летию нашего округа. Жители и гостей ждут кукольные представления, старославянские игры, выставка-ярмарка, фольклорная концертная программа, показ спектакля, а также будет работать детская игровая зона и интерактивная площадка. Приходите всей семьей. Праздник «День двора» состоится на улице Троицкой у дома 9 26 августа. Он начнется с 16:00. Организаторы приготовили интересную развлекательную программу для взрослых и детей с играми, конкурсами и эстафетами. Заряд позитива и бодрости будет обеспечен. Любители спорта могут принять участие в велопробеге, посвященному 400-летию округа. Он пройдет 26 августа в Мытищинском лесопарке. Сбор участников в 11:00. Старт в полдень. Участников ждут многочисленные мастер-классы, эстафеты и праздничная концертная программа. Это все новости к вечеру пятницы. Завтра в это же время подведем результаты уходящих 7 дней в программе «Итоги недели». Далее вас ждет прогноз погоды. Помните, Первый Мытищинский есть и в социальных сетях. Следите за жизнью города в нашем телеграм-канале. До новых встреч!